крошечный складной велосипедик под названием Тедди. Такой вот расцветки. Сдох аккумулятор. Аккумулятор состоит из двух частей. Одна часть аккумулятора лежит вот здесь вот. Вторая часть аккумулятора лежит вот здесь вот. Здесь куча проводов. Вот здесь сунут контроллер. Все на пределе. Все провода, короче, сложно очень вытащить. Здесь отходит контакт. Все тоже очень плохо. В общем, ремонт аккумулятора вышел человеку примерно 6000. Очень дешево. Он очень долго нас просил. Очень долго нам писал. На самом деле здесь работ намного больше. Теперь такие велосипедики мы будем ремонтировать значительно дороже, потому что ушло на ремонт 3 дня, плюс еще полдня его разбирал. Велосипед прикольный, интересный, очень маленький, кататься будет ребенок. Последний пробег на старом аккумуляторе был порядка там 1 минуты. Вот. Сейчас аккумулятор полностью новый, наверное, километров на 10-15 его будет хватать, я так думаю. Вот, так что, если умирает аккумулятор, ремонт очень дорогой. Даже если велосипедик вот такой вот маленький, он бушный, стоит 10 тысяч на Авито, потому что аккумулятор там уже сдох. И ничего с этим поделать нельзя. Новый аккумулятор делать очень дорого. Просто надо заказывать аккумуляторы. Они тоже долго едут. И работы очень много. Несмотря на то, что все разъемы как бы простые, но только к ним притрагиваешься, они сразу разваливаются. Все это надо оттуда доставать. Все проводочки. В общем, очень неудобная конструкция велосипеда. Хотя вот все так вот достаточно компактно спрятано. Но очень много отверстий в раме. Надо их все заделать герметиком. Снизу там заглушка потеряна. Вот так вот проволочку вставили, чтобы аккумулятор не вывалился. То есть хозяин будет все это герметизировать потом пеной монтажной, герметиком. Здесь вот огромное отверстие. Совершенно в подсиделе тоже отверстие. Так что если на раме где-то у вас есть отверстие, то учтите, что надо туда герметика побольше. Ну и самое интересное, то что в старый аккумулятор был вкручен саморез, чтобы он не выпал. Хорошо, что саморез попал в контакт, а не в сам аккум. И ничего не произошло. Потому что литий пожароопасен, в него, конечно, саморезы вкручивать нельзя. Такой вот небольшой ремонт стоимостью в половину бэушного велосипеда.